Кешар, құрметті отандастар, дело в том, что я сейчас недавно проводил первый эфир, но решил выйти сейчас еще раз. Увидел очередной пост в твиттере Касым-Жомарта Токаева, что у меня вызвало возмущение. Вообще, генеральный прокурор, который должен надзирать на действующим законодательством, должен мгновенно среагировать, если говорить о том, что законно действие Касым-Жомарта Токаева или нет. Я в своем предыдущем эфире говорил, что в Казахстане нет закона, который бы преследовал за спекуляцию. Это называется предпринимательской деятельностью. Нигде в мире этого нет. Если у нас рыночное государство, не советское, не тоталитарное, не административное, когда все решает госплан, когда нет частного бизнеса, когда все принадлежит государству, то тогда принимаются совершенно другие действия, которые способны насытить рынок любым товаром. Вы же не беспокойтесь, что у вас нет одежды или хлеба. То есть существуют нормальные рыночные механизмы, которые обеспечивают насыщенность рынка любым продуктом, в частности лекарственными препаратами. Я сейчас коротко предложу план действий, который легко реализовать и решить проблему дефицита. В принципе, в течение 2 недель вообще люди забудут, что существуют какого рода проблемы с отсутствием лекарственных препаратов. Итак, все делается очень просто. Необходимо просто бюджету страны выделить необходимую сумму для насыщения рынка лекарственными препаратами. Если государство и частные компании, на взгляд нынешнего правительства, не справляются, то есть очень простые действия. Первое. Прекратить действовать, преследовать предпринимателей. Касым-Жомарт Токаев в твиттере написал, что мы сейчас выйдем разными мероприятиями, министр здравоохранения Цой доложится, что мы будем преследовать тех, кто занимается спекуляцией. На самом деле это полная ерунда. Потому что по действующему законодательству нет никаких инструментов преследовать аптеки и других за частные предпринимательства. Надо просто, чтобы товара стало много, цены автоматически упадут. Нынешний прокурор и проверяющий орган, наоборот, парализуют рынок. Люди боятся торговать. И имея запасы медикаментов на складах, боятся торговать, и таким образом искусственно создается дефицит. Плюс монополия Тимура Кулибаева. Что нужно сделать? Например, нужно выделить 100 миллионов, 200 миллионов долларов. Для правительства это небольшие деньги, которые тем более вернутся в кратчайшие сроки обратно, в течение 2 месяцев вернутся в бюджет страны. Поэтому никаких расходов бюджет страны не будет делать. Только краткосрочно выделить на период 2-3 месяца 200 миллионов долларов, купит лекарственные препараты, и рынок насытится. Что нужно сделать? Лекарственные препараты можно привозить фурами, можно привозить транспортными самолетами. Есть ряд областных центров, куда должны прилететь самолеты или срочно приехать фуры. Фуры доезжают до точек назначения максимум за 1 неделю, а это быстрее. Самолеты за 1 день. Транспортные самолеты загружаются лекарственными препаратами, поступают в Алмату, Астану, Кустанай, Кокшетау, Актубе, Уральск, Атырау, Актау, Шымкент, Кызылорду. Вот в эти города прилетают самолеты, привозят партию необходимых лекарственных препаратов, первую часть. Другая часть идет фурами, и это все делают операторы. Назначается несколько операторов Министерством здравоохранения. Оптовые цены у крупнейших производителей в мире есть, они открыты, можно просто зайти в интернете и найти этих производителей, осуществить оптовые заказы. Когда правительство будет осуществлять оптовые закупки, цены на лекарственные препараты у производителей падают резко вниз. Таким образом, компенсируются расходы на транспорт. Самолет обычно дорогой при перевозке самолетом, но за счет оптовой скидки лекарственные препараты будут поступать на наш рынок по приемлемой цене. Затем по какой-то фиксированной цене они отдаются аптекам. И аптека набрасывает свою прибыль. Им нужно дать возможность тоже заработать процентов 20. Это им достаточно. И вот по всем аптекам раскидать эти лекарственные препараты. На все про все уйдет максимум 2 недели до полного насыщения аптек в каждой точке нашей страны. Это первое. Второе. Прекратить преследовать предпринимателей, аптеки и так далее.
дать им возможность свободно функционировать, между ними будет конкуренция, дать им возможность свободно закупать лекарственные препараты в соседних странах, в Украине, в России, в Венгрии и так далее, которые являются известными в мире производителями лекарственных препаратов. Они все это сделают, не выезжая никуда, дистанционно, потому что у крупных поставщиков, которые существуют на рынке, отлаженные продавцы, они просто туда им заплатят деньги, по телефону переговорят, и мгновенно этот товар будет в Казахстане. А сейчас попытка преследовать аптеки, предпринимателей, граждан, только создает негатив и приводит к дефициту. Потому что все эти полицейские, Финпол и так далее начинают гоняться за людьми. Это тратятся ресурсы на бензин, на топливо. Руководитель – это бесполезная и тупая работа. Всякие разные инспекторы ходят по аптекам, взимают с них штрафы, пугают, получают взятки. И завтра эти аптеки или закрываются, или наоборот функционируют, начинают продавать товар дороже, чтобы окупить свои убытки на эти взятки. Это тупая, бесполезная работа. Абсолютно тупое правительство, извините, да? Во главе с Касым-Жомартом Токаевым не понимает, как работают рыночные механизмы. Генеральный прокурор, я хочу обратить твое внимание на то, что в нашей стране понятие спекуляции как таковой, как противозаконной, нет. Это называется предпринимательской деятельностью. Вы юридически не можете преследовать ни одну аптеку, вообще никого. Дайте им свободу, и товар будет завален. Вся страна будет завалена любыми лекарствами. Не мешайте предпринимателям работать. Пусть они конкурируют между собой. Ни одна аптека с другой аптекой не сможет договориться, когда их тысячи. А аптек сотни в нашей стране, в каждом городе десятки. Они никогда между собой не договорятся, никаких монополий не будет. Есть только монополия Тимура Кулебаева. Есть известная компания фармации, которую контролирует семья. Они контролируют оптовые продажи. Именно они являются злом нашей стране. И злом является тупое правительство во главе с Касым-Жомартом Токаевым, который не понимает, что такое рыночный механизм. Только свобода, только конкуренция позволит уронить цены на лекарственные препараты и насытить рынок любым товаром, в том числе лекарственными препаратами. Поэтому, Касым-Жомарт, собери свое правительство, пригласи бизнесменов, они тебе объяснят, как за две недели они насытят рынок любыми лекарственными препаратами. Даже тебе розы длинноногие привезут, которые ты любишь дарить Назарбаеву или свою любимую адвокатшу Айман Умаровой. Сделай это. Хватит уже заниматься ерундой, пугать предпринимателей, бесполезной работой заниматься. Займись делом. У меня все.